Мы с вами переходим к теме, которая, да, уже как, очень близко связана и с искусственным интеллектом, но не только. Защита персональных данных. Пандемия выявила новую проблему, которая вышла на поверхность. Защита персональных данных стояла очень давно на повестке дня, когда появились социальные сети и появилось вот это цифровое обеспечение нашей жизни. Но пандемия выявила еще один вопрос, который стоит на повестке дня, на самом деле, не только у Российской Федерации, не только у российских граждан. Этот вопрос возникает. Где этот предел, в который государство может входить в использование ваших персональных данных, как, в частности, отслеживание нашего перемещения, ограничение нашего перемещения, является ли это прерогативой субъекта, или это должно быть специальное положение вводиться для того, чтобы эти ограничения вводились. Это все вопросы, которые, поверьте, стоят не только у Российской Федерации, абсолютно все, кто столкнулся, а это весь мир столкнулся, мне кажется, нет такого государства, которое не столкнулось с этими ограничениями, задаются этими же вопросами. И нам еще, видимо, предстоит решить, кто прав оказался в этой ситуации, но то, с чем мы сейчас живем, тем и руководствуемся. И я как раз еще в прошлой сессии, да, вам говорила о том, что я Ник Менсер, который выступал, в связи с тем, что во Франции введен комендантский час с 9 вечера до утра, все закрыты магазины, рестораны, передвижение запрещено, им возможно получить специальное разрешение через специальную программу, которая называется сегодня ТУС антиковид. Да, товарищи, которые улетели раньше в введение из Франции. И вам нужно будет скачать эту программу, которая очень сложная. И вот, опять же, это та же самая программа, как у нас, да, отслеживание передвижения. Но у нас не было такой программы, которая на компьютер на телефон устанавливалась и отслеживала полностью наше передвижение. Зато все, кто столкнулись с изоляцией, выучили наизусть программу «Социальный мониторинг». И отголоски от этого социального мониторинга не вызывают ничего приятного у участников этого процесса. Петр? Петр, вы с нами? Вы с нами? Слышите нас? Do you hear us? Yes. Okay, so we will start with you. Perfectly. Nice to meet you. Итак, мы идем четко тогда по программе. С нами Петр Кимпиан, программный менеджер отдела защиты данных Департамента политики и сотрудничества в области прав человека Совета Европы. Петр, you are welcome. Спасибо большое. Thank you very much. I will speak in English. It's my pleasure and a privilege to be with you today and to talk about the data protection framework of the Council of Europe. I'm replacing Ms. Kwasny, who's the head of UNIFT at the Council of Europe for data protection, but she's unwell for the moment and asked me to deliver this speech to you. With your permission, I will share my screen and show you some slides. So the data protection and the right to privacy is not something which is new. It's already provided by the Universal Declaration on Human Rights in Article 12. And as you may very well know, it is also in Article 8 of the European Convention of Human Rights, which says that everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence. And the second part of Article 2 is about the possible restrictions and the possible exceptions that can be brought to this right, because as other rights in the Charter, in the Convention, it is not an absolute right. But it is to say that already the Convention lays down that
that any access to somebody's private data would mean an interference to his private life, which can be only limited in accordance with the law, well, if it's necessary in a democratic society, and for specific purposes which relates to public security, economic well-being of the country, prosecution of crimes, and so on and so forth. During the almost 70 years of the court's jurisprudence, which is interpreting the European Convention of Human Rights, Article 8 has played always a very high role. And the court in several instances said and established that Article 8, the right to private life, is an enabling right which enables other rights to be exercised. And in the contrary, if the right to privacy cannot be fully guaranteed, other rights is not possible to be exercised fully, as it meant to be by the European Court, by the European Convention on Human Rights. But we speak about protecting data, usually, and this is the term that we use also at the Council of Europe, data protection. But behind this term, we always mean and we always refer to persons and more frequently to individuals, because this is an individual right and which comes and which is very important in the in now days changes, where we turn into a digital society, where the individual and individual's right to informational self-determination becomes more and more important and more timely. So this is the idea what Convention 108 has already put in place and has started to elaborate on as early as in 1981. The Convention 108 was open to signature on 28 January 1981, and it is a unique international instrument till date, because it is the only international legal and binding international convention. It is open to any country, so it is not only a European convention. Therefore, it became very influential throughout the time. It has influenced other international organizations' work and also other countries. Other countries when adopting legislations. So, for instance, in the 70s, OECD also developed the guidelines on the protection of personal data, which was based basically on very much the same idea and very much on the same principles. But I could go further, but for the sake of time, I will only concentrate on a very important article of Convention 108, which is accession by non-member states, that allows other country to join Convention 108, which gives us now a total parties, a total number of parties of 55. So we have the 47 parties to 47 member states of the Council of Europe and other countries from Latin America and the African continent, which you can see on the table, but which is also very important to bear in mind, that it is not only the parties who are participating in the very precious and important work of the interpretation of the of Convention 108, which is carried out by the Committee of Convention 108, but also observers. And you can see that we have around 20, 25 observers. I have put some of them on the slide, but we have also non-governmental organizations and also
institutions that are not representing a specific country, but the institution or an authority themselves. For instance, like for the Philippines, it is the data protection authorities, not the country who's taking part in the deliberations of the committee. Very important stage of the life of Convention 108 was the modernization. As I mentioned, the convention was open to signature in 1981, so it needed some refreshment and some modernization, which would and the modernization process was started in the light to reinforce the individual's protection in the digital age and strengthen the implementation of the convention throughout its parties. It also aimed to promote the convention as a universal standard, which could be used not only for the member states of the Council of Europe, but outside the membership, and to preserve general, simple, flexible, and pragmatic character and ensure convergence and coherence with other relevant legal frameworks. And I think that I will not reveal any surprise that by that we meant, and the drafters meant, the then started work of the European Union on GDPR and on the Law Enforcement Directive, which is the acquis of the European Union on the field of data protection, which are also considered as one of the highest in the world. I mean, one of the having one of the highest standards, establishing high standards for European Union member states. The modernization process was finished in 2018, so 2 years ago, and lasted 7 years. So I wanted to draw your attention that it was not an easy task. And the text that you can read now really enjoys a very high level of compromise and very high level of agreement on very difficult issues that I will also speak about later on. So this is the photo of the amending protocol and of the opening ceremony, which was on 10th October 2018, and even at this ceremony, more than 20 countries, you can see on the pictures, the representatives of the countries have signed this this amending protocol, which was a very important declaration of intent that they want to apply this. And you can see on the picture the representatives of the Russian Federation, who was among the first signatories to the convention. Today, we have 34 signatories and 8 ratifications. You can see on the table, I will those on the slide. I would like to draw your attention that this year in September, Mauritius also signed this convention, which is the first party who is not member states of the convention. Of the Council of Europe, sorry. So this is the structure of the convention and these specific articles and the provisions. I will not go into details on anything, but I would highlight some of the main novelties which this convention has and which convention will provide for its parties when entering into force. So starting by the preamble, refers to one very important aspect of this convention. It is the aim and the high need to preserve human dignity and protection of other human rights and fundamental freedoms in the digital age. So it is really based on this very important premises, which drives and which is the backbone of the protective framework, which
the Convention 108 put in place. Here on in Article 1, you can see the reiteration of the principle that I already talked about, that Convention 108 aims through the protection of personal data, aims to protect individuals and wishes to enable parties to contribute for the respect of individuals' human rights and fundamental freedoms, and in particular, the right to privacy. Very important novelties on scope that the convention will apply without any exception to public and private sector. The regime which is under the current version of the convention will cease and will not be possible anymore for parties, namely to make unilateral declaration to restrict the scope of the convention, which is the case for now. It will not be possible anymore. Therefore, the convention would be applicable to all public and private sector data processing, also in areas which are not in every data protection legislation in the world, namely the national security and military purposes. There is only one exception, which is a very well-known exception in a data protection field, which is what we call the household exception. An important novelty is the possibility for the Committee of Convention 108, which I mentioned, to carry out a monitoring and a follow-up task and duties. Every party will be evaluated upon its accession to the amending protocol, and also will be evaluated periodically after. This is something which is not new in the the Council of Europe, because we have this several mechanism because we have a similar mechanism in GRECO, Manival, a great, or even the social charter, just to name few, but it is very new for Convention 108, and actually the committee is very busy in developing its rules and procedures, how this evaluation should take place, and what would be the outcome of these evaluations, which is, again, a very important issue. I will skip Article 5, although it's very important, but there is no major changes in principles and the overarching rules that Convention 108 in 1981 already laid down. I will mention the slight changes in provisions on sensitive data, where the new version will, the modernized version of the convention will require that sensitive data, which can reveal now, which can also be genetic data, biometric data, when uniquely identifying a person. Plus, there are other categories of data, such as data revealing ethnic origin on trade union membership, which has been also added. So it would require an additional protection to be considered as an appropriate protection. So instead, or on the top of the protectional framework and the protections that the Convention 108 foresees for normal category of data, there should be an additional protection foreseen for those data. Another important novelty on data security is that the data breach notification will be introduced. So any data breach notification should be or will be notified by the data controller to the data protection authority or the supervisory authority. There is a very important change in the transparency article. There is a list
of data and information that the data controller should publish and should make available regarding its own processing. And there are also very important new rights. I would like to mention two new rights, which Article 9 of the Modernized Convention will introduce. One is a right not to be subject to a decision significantly affecting the data subject solely on an automated processing without having the data subject's views taken into consideration. It is something which is very relevant and will be very important in profiling context, for instance, and also another right to obtain on request knowledge of the reasoning underlying data processing where the results of such processing are applied to him or her. Imagine that in data processing, which is using our artificial intelligence, where we will have of more and more. So it is something that will strengthen the position of data subject and individuals that I also explained to you that by data subjects, we mean individuals and protection of the individual sphere of people. This is something which will contribute that the control remain in the hand and on the hand of people, even if artificial intelligence or new types of data processing are used based on their data. There are very important new obligations for data controllers. Altogether, we call it accountability, and there is an accountability regime put in place. I will not go into details, but new concepts such as data protection by design and by default are introduced, such as the privacy impact assessment, and so on and so forth. I invite you to read Article 10 to have the full picture. And with that, I will mention another very important part, which is the exception. For the exception, and to understand the exceptions, I have prepared this little table where on the right side you can see the purposes for which a lawful exception can be made. So, for instance, there are three regimes according to the table. So in the first regime, there are purposes such as national security, defense, public safety, important economic and financial interests of the state, impartiality, independence of the judiciary, and so on and so forth. The second regime is for historical research purposes, statistical purposes, which are very classic. And the third one concerns only national security and defense. And on the left-hand side of this table, you will see the specific provisions that these exceptions can be made of. So what I have said, that there is no blanket exceptions possible anymore for any of those purposes, but some exceptions can be made from the application of several articles of the convention, which you can find on the left side. And altogether, they need to respond and need to be in compliance of the objective criteria, which is set in Article 11.1, that namely that any exception has to be provided for by law, respect the essence of the fundamental rights and freedoms, and should constitute a necessary and proportionate measure in a democratic society. Only on this we could have a full conference, but I will not go any more into details on that. And I have lost my slides. Can you hear me? Yeah, it's okay. Okay. I've lost my slides. I don't know. Maybe I can. Can you see my slides? Yeah. Okay. Then I don't know. Okay. So I carry on. I don't know, I cannot see them anymore, but I just wanted to touch upon two more things. The transborder data flows is very important part because Convention 108 is based on two main objectives. One that I mentioned, the protection of individuals in the digital age. And the second, which is equally important, is to establish and facilitate the free flow of data among parties. I don't think I need to explain
why it is important in a digital society. Convention 108 have these aims and have very meaningful provisions in Article 14 how to ensure that. There are also exceptions, but I have to underline that those exceptions need to be interpreted in a very narrow way. I'm already exceeding my time, so I'm sorry. I will go further on to supervisory authorities, which I will not also present in very much in details. It is not something new, but some of the rights have been, and some of the powers of the supervisory authorities have been reinforced. I would like to draw your attention to Article 70, which provides that supervisory authorities shall cooperate with one another to the extent necessary in coordinating their investigations, interventions, or concluding conducting joint actions. So the Convention 108 says they shall, so it is something which will be mandatory in the future, which is not for the time being mandatory for supervisory authorities. It is a possibility, but in the future it will be something that supervisory authority will need to do. In very quickly and in two minutes, if you allow me, I will present you the current program of the committee, which is expanding on, as I said, the evaluation and the follow-up mechanism, and to draft the rules and procedures for the committee, how to carry out these evaluations. There is also a normative work on facial recognition and privacy in data processing in educational settings, and there is also work carried out with relation to an old recommendation on profiling to bring it to the level of requirements and expectations of parties and member states, coming from the challenges of the digital age, as I already mentioned. There are also work carried out in political campaigns and elections and how those are related and how data protections can play a role in all that. Same goes for digital identity, and the committee will also prepare guidance notes, and it will start with Article 11 that I presented you very briefly, and it will further expand on how to put in place Article 11 in national legislation. I would also like to draw your attention to three joint statements by the chair and the chair of the Committee of Convention 108 and the Data Protection Commissioner, which has been issued during the pandemic time. One in March on the right to data protection in the context of COVID-19. The second in April on the digital contact tracing. And the third one was related to the Schrems II case, which I will not have time to explain to you, but I'm sure that you have heard about it, and is about better protecting individuals in the context of international data flows and the need for democratic and effective oversight of intelligence services. Because on the offset of the Schrems II cases, which is a case for the European Union, the committee and also others are thinking that the Council of Europe should play a role here to build on its tradition of cooperation between several sectors and to provide for member states and also globally, if there is a need and appetite for that, some standards that would be acceptable to all when it comes to the data processing of personal data by intelligence services. Thank you very much for your attention. I'm sorry that I took a little longer. No, thank you, Peter. Большое спасибо, Питер. И тогда мы пока не будем задавать вопросы, уверена, что они уже появляются, и предоставим микрофон директору Департамента информационной безопасности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Ревуцкому Дмитрию Владимировичу. Дмитрий Владимирович, пожалуйста, микрофон ваш. Тамара Викторовна, спасибо за предоставленное слово. Презентацию можно включить? Да. Там я где-то ее.
презентацию, пожалуйста. У нас пульт там, получается. Так, то есть я командую на переход слайда или сам щелкаю? Сейчас мы попробуем. Угу, все отлично. Да. Еще раз хочу поприветствовать всех участников нашего мероприятия и от лица Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поблагодарить организаторов за возможность обсуждения такой актуальной проблемы, как обеспечение международных и конституционных гарантий прав человека, в том числе безопасности персональных данных, которые на сегодняшний день набирают свою актуальность и требуют постоянного совершенствования. Возможность прямого диалога между уполномоченными органами Российской Федерации и Совета Европы, а также обмен экспертными мнениями позволит обсудить современный уровень развития информационных технологий и подготовиться к вызовам и угрозам, обусловленным постоянно расширяющимися возможностями. Вот, на слайдике значит, Россия придает большое значение защите прав человека и его персональных данных, в том числе в виртуальной среде. С приходом информационных технологий защита личных данных стала еще более актуальной. Вот так, таким образом появилась конвенция номер 108 Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, подписанная в 1981 году и ратифицированная Российской Федерацией в 2001. Поддерживая положение 108-й конвенции, в 2006 году в России принят федеральный закон о персональных данных, целью которого является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Кроме того, в исполнении положений закона о персональных данных принят ряд нормативных правовых актов правительства Российской Федерации, а также ведомственных нормативных правовых актов. Указанными актами закрепляются правовые, организационные, технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. Да, немножечко получается каламбурно, но, к сожалению, поскольку персональные данные у нас кругом, прошу там прощения изначально. Важно отметить, да, что законодательство Российской Федерации базируется на принципах обработки персональных данных, которые вытекают в том числе из международных обязательств России по действующей конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. В указанных актах нашли отражение такие основные принципы, как обработка персональных данных на законной и справедливой основе, использование персональных данных только в определенных целях и в пределах определенных сроков, неизбыточность и актуальность обрабатываемых персональных данных и особенности их трансграничной передачи. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных оператор, вот в европейском законодательстве это контролер, обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных. С целью осуществления контроля и надзора за выполнением указанных требований в Российской Федерации выделено три регулятора. Это ФСБ России в части, касающейся соблюдения требований по организации и обеспечению функционирования шифровальных средств в случае их использования для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах. В СТЭК России в части, касающейся контроля и выполнения требований по организации и техническому обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах, ну, не криптографическими методами, соответственно. И Роскомнадзор в части, касающейся соблюдения норм и требований по обработке персональных данных и защиты прав субъектов персональных данных. Указанными органами на регулярной основе проводятся плановые и внеплановые проверочные мероприятия. Вот за отчетный 2020 год в адрес Роскомнадзора поступило 20 тысяч жалоб о нарушении требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Необходимо сказать, что тенденция положительная, это на 15% ниже количественных показателей аналогичного периода 2019 года. По результатам рассмотрения жалоб, доводы о нарушении требований законодательства
в области персональных данных подтвердились в 6% случаев, что также в соотношении с 2019 году это небольшое улучшение, поскольку в 2019 году подтвердилось примерно 8% жалоб. Наибольшее количество жалоб граждан поступает на действия кредитных учреждений, организаций ЖКХ, владельцев интернет-сайтов, в том числе социальных сетей и коллекторских агентств. Предметом жалоб на кредитные организации стали действия операторов по рассылке рекламных предложений, а также по передаче персональных данных в адрес коллекторских агентств без согласия гражданина. В отношении владельцев интернет-ресурсов поступают жалобы на распространение персональных данных неограниченному кругу лиц в отсутствие согласия гражданина, обработку персональных данных в целях, отличных от заявленных на этапе сбора, на отсутствие на сайте политики конфиденциальности, а также на создание фальшивых аккаунтов с использованием персональных данных граждан. Большинство жалоб на организации, оказывающие услуги в сфере ЖКХ, касаются вопросов обработки персональных данных субъектов в рамках вывоза твердых коммунальных отходов, направления платежных документов без использования конвертов, размещения списков должников, содержащих персональные данные. Кроме того, в 2020 году предметом жалоб граждан стала реализация ограничительных мер, принятых в связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции. В рамках реализации функций по осуществлению государственного контроля и надзора в сфере защиты прав субъектов персональных данных за отчетный период 2020 года было проведено порядка 145 плановых проверок, что на 72% ниже количественных показателей 2019 года. По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 403 нарушения обязательных требований, выдано 121 предписание об их устранении. Кроме того, Роскомнадзором было проведено 1200 мероприятий систематического наблюдения, по результатам проведения которых было выявлено 634 нарушения законодательства в области персональных данных. Для сравнения, в 2019 году было проведено почти 1300 мероприятий и выявлено немного больше 690 нарушений. Наиболее распространенными нарушениями, выявленными по результатам контрольно-надзорной деятельности, являются предоставление в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных уведомления об обработке персональных данных, содержащего неполные или недостоверные сведения, возможно, и то, и другое, непринятие оператором мер, необходимых для достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных федеральным законом 152 о персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, отсутствие у оператора мест хранения персональных данных, перечня лиц, осуществляющих обработку персональных данных, либо имеющим к ним доступ, непринятие оператором мер по публикованию и обеспечению неограниченного доступа к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям реализуемых требований к защите персональных данных. Тут немножко истории. Вот как мной уже было сказано, в эпоху стремительного развития технологий большинство из которых связано с обработкой данных, включая сегодняшнюю первую тему, искусственный интеллект, также сложившаяся ситуация с пандемией во всем мире, конвенция становится важнейшим инструментом защиты фундаментальных прав человека. В ее основе концепция автономии человека на управление его данными. Ключевая концепция согласия и впервые зафиксированный на международном уровне механизм трансграничной передачи данных. Проведенная совместная работа стран-участников конвенции продолжается и по сей день. 10 октября 2018 года Российская Федерация совместно с другими странами-участницами подписала протокол о внесении изменений в Конвенцию Совета Европы о российской защите персональных данных, который актуализирует конвенцию в части соответствия вызовам текущего времени, таким как защита биометрических и генетических данных, новые права физических лиц в контексте алгоритмического принятия решений искусственным интеллектом. Граждане отныне имеют возможность получать квалифицированную защиту по вопросам их персональным данным со стороны надзорного органа. В настоящее время Россия проводит большую внутреннюю работу по имплементации в свое законодательство правовых положений модернизированной конвенции.
В частности, данные изменения коснутся уточнения понятийного аппарата, уточнения положений, касающихся трансграничной передачи персональных данных, закрепления обязанностей операторов по уведомлению Роскомнадзора об утечках персональных данных. Вместе с тем, протоколом устанавливаются минимальные требования к защите прав субъектов персональных данных, в связи с чем в целях повышения защиты прав субъектов во вносимых в закон о персональных данных изменениях будут предусмотрены дополнительные нормы, направленные на повышение уровня защиты прав субъектов персональных данных. Указанные изменения в закон находятся в проработке, проходят стадию межведомственного согласования. Ратификация протокола позволит закрепить за Российской Федерацией позиции в Совете Европы в сфере выработки стандартов защиты персональных данных, а также будет способствовать защите прав и свобод человека и гражданина в части обеспечения защиты персональных данных. При этом, безусловно, как многие государства в Европе, мы стремимся найти правильный баланс на законодательном уровне, который, с одной стороны, позволит защитить человека от вызовов цифровизации, с другой будет способствовать развитию IT-отрасли, научно-технологического прогресса. Вот считаю возможным подчеркнуть, что только комплексный подход к решению ранее обозначенных задач будет способствовать достижению поставленной цели. Так, наряду с нормативными закреплением требований в области защиты персональных данных, государственными и коммерческими организациями большое внимание уделяется повышению правовой грамотности населения нашей страны, включая учащихся в образовательных учреждениях, как полноправных участников информационной среды, в том числе. У нас организуются конференции по вопросам, связанным с обработкой персональных данных. На постоянной основе осуществляется работа с гражданами и организациями по разъяснению вопросов, связанных с законодательством Российской Федерации в области персональных данных. В целях наращивания профилактической работы среди детей и молодежи, в том числе за счет увеличения адресного охвата аудитории, Роскомнадзор реализует новый формат проведения обучающих мероприятий с несовершеннолетними, которые могут быть использованы дистанционно в рамках классных часов, иных обучающих мероприятий со школьниками. Государственными коммерческими организациями проводятся обучающие мероприятия, в том числе конкурсы по защите персональных данных. Для образовательных организаций созданы методические рекомендации по информационной безопасности, а также образовательные программы для дистанционного обучения детей в области персональных данных. На площадках высших учебных заведений, общественных молодежных объединений проводятся дебаты, конкурсы, тесты, направленные на ответственный подход к обработке персональных данных. Создаются платформы, направленные на повышение информационной грамотности граждан. В целях формирования и обеспечения реализации условий для взаимодействия граждан, государства, общества и бизнеса, а также снижение рисков, связанных с неосведомленностью всех заинтересованных лиц об угрозах вмешательства в частную жизнь, о требованиях законодательства Российской Федерации, о рекомендациях и стандартах профессиональных объединений и лучших практиках по защите прав и свобод гражданина как субъекта персональных данных, в том числе путем медиаобразования, Роскомнадзором подготовлен кодекс добросовестных практик в сети интернет, к которому на сегодняшний день присоединились практически уже 10 тысяч организаций. Не может не радовать, что формирование единого правового режима защиты персональных данных в Европе происходит при активном участии России. Это одна из успешных историй нашего взаимодействия с Евросоюзом, когда наши страны объединила общее стремление защитить своих граждан и компаний от угрозы бесконтрольной и незаконной обработки их данных. Мы намерены и дальше развивать эти договоренности, продвигать высокие стандарты защиты персональных данных, в том числе на глобальном уровне. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Коллеги, есть ли у вас вопросы? Сейчас, секундочку. Да, пожалуйста, подойдите к микрофону. Может быть, просто если вдруг на нее возвращаться, может быть, где-то пояснить. Ну, вдруг. Потому что это все будет зависеть от того, какой вопрос, конечно. Здравствуйте, адвокат палат Московской области. Адвокат Ященко Валентина Викторовна. У меня вопрос. Как относится Роскомнадзор как внесенному законопроекту 18 сентября в Государственную Думу об ужесточении санкций статьи 13.14 по ФРС за разглашение данных с ограниченным доступом.
а именно предусматривается увеличение санкций с 5-10 тысяч за разглашение до 40 тысяч. Пока еще законопроект только был в Доме в первом чтении. И насколько санкции способны, увеличение санкций способно защитить персональные данные. И еще я бы попросила вас прокомментировать в рамках закона GDPR, там же санкции намного больше, если мы рассматриваем это как эффективный способ защиты персональных данных. Спасибо за ответ. Безусловно, мы это рассматриваем как эффективный способ защиты, но, естественно, не единственный. Понятно, что поднятие штрафов не панацея. Это некий комплексный подход. Но мы должны понимать, что для потенциального злоумышленника, да, использовать незаконно персональные данные должно стать дороже, чем платить штрафы. Вот это мысль такая, потому что по-другому мы придем к тому, что, ну, как штрафы автомобильные, да, приведу пример, который всем доступны. Когда 50 рублей за непристегнутый ремень, всем было без разницы, как их подняли, мы стали пристегиваться. Потому что дешевле стало пристегнуться. А логика на самом деле такая, но понятно, что не надо смотреть на это как на панацею. Только комплекс мер позволит полноценно защитить данные граждан. Спасибо за ответ. А сам размер штрафа, он способен защитить 40 тысяч? Всего. Ну, насколько я помню, по-моему, это... Сейчас просто у меня нет перед глазами законопроекта, да, но, по-моему, это для физических лиц, насколько я помню. Для юридических лиц, по-моему, там больше установок. Ну. Просто для сравнения GDPR предусматривает миллионы. Да, мы знаем. И причем от совокупного дохода. Да, да. Есть подходы в азиатских странах, где штраф накладывается в проценте от оборота, полученного за использование вот незаконно приобретенных персональных данных, например. Есть и такие примеры. То есть, но сейчас в российском законодательстве, вот о чем вы говорите, да, пока, мы считаем, что 50 тысяч сейчас, это тоже успех на самом деле, потому что есть позиции других ведомств, которые говорят, что это никак не коррелируется с общим уровнем штрафов за аналогичные деяния, скажем так, да, вот по КУАПу, там, по тому же еще что-то. То есть есть и такие позиции, поэтому на самом деле там увеличение значительное сейчас, это достаточно большое увеличение, да, в любом случае. Разве? Да, но оно, возможно, и недостаточно для того, чтобы, вот как я говорю, да, сделать механизм по принципу дешевле соблюдать, чем платить штраф. Спасибо. Угу. Спасибо, коллеги. Есть ли еще вопросы? А Питер с нами? Ирин, отключился? Окей. Коллеги, ну, у меня, наверное, есть вопрос, как раз связанный с пандемией, да, поскольку наша сессия и наши курсы, они проходят в этот период и проходят в либо второй волне, либо в продолжении первой волны, в любом случае в условиях ограничения. Скажите, пожалуйста, известно, что Совет Европы выпустил на основании Конвенции 8 ну, специальный доклад о цифровых решениях в эпоху ковида, в условиях ковида, и там одна из озабоченностей, которая освещалась и которая четко очень подчеркнута, это то, что все стороны выбрали свою систему отслеживания, свою систему регулирования передвижения и так далее. Все страны абсолютно, несмотря на то, что Совет Европы и площадки международные призывали к выработке некого единой платформы и единой системы, которая бы могла работать эффективно абсолютно на всех, во всех участниках этого процесса, да, и для всех участников этого процесса. Скажите, пожалуйста, не рассматривался ли вопрос, в том числе вот в Российской Федерации, создание какой-то общей платформы, ну, хотя бы на пространстве Евразийского экономического союза? И не рассматриваете ли вы в будущем это? Сейчас этот вопрос не рассматривался, поскольку ограничения были введены у нас достаточно стремительно, да, то есть, и, конечно же, использовались те механизмы и возможности, которые были на тот момент. Может быть, это интересный вопрос, к которому можно вернуться в дальнейшем, но, опять же, да, мы тогда сталкиваемся с вопросами трансграничной передачи данных, с использованием этих данных другими государствами, каким, так или иначе, да, мы, получается, делимся. Здесь мы возвращаемся вот к дискуссиям на законодательную тему еще.
Да, но именно это вот и обсуждалось, да, если мы даже сейчас вспомним презентацию Питера о том, что одна из особенностей – это как раз трансграничная платформа, где стороны в эпоху всемирных вызовов, а пандемия COVID-19 – это именно мировой вызов, это не вызов в одной стране. И здесь расхождение каждого участника, как говорится, по своим комнатам, оно как раз является, наверное, отрицательным, нежели положительным. И, безусловно, есть вопрос баланса вот этих интересов государственных, межгосударственных, да, национальных и международных интересов. Но прежде всего бороться с вызовами 21 века, как мы понимаем, можно только сообща. Поэтому здесь, с учетом того, что в Евразийском экономическом союзе активно проходит цифровизация, вероятно, было бы также интересным и посмотреть в рамках новых вызовов, которые нас ждут, а пандемия, как мы уже понимаем, и как констатирует ВОЗ, это только лишь один из вызовов, связанных в сфере здравоохранения, которые нас ожидают, и вполне может быть, что будут еще новые вызовы, к ним надо быть готовыми заранее, потому что к этому вызову мы все не были готовы, весь мир. Наверное, нужно с учетом этого переходить чуть дальше, тем более, что все-таки Евразийский экономический союз – это союз объединения государств, где действует общая платформа. Скажите, пожалуйста, также вопрос по защите персональных данных вот на евразийском экономическом пространстве. Есть ли у нас какие-то подвижки в этом направлении? Потому что один из пунктов, которые заявляют все стороны, о том, гласит цифровизацию, полную цифровизацию процесса и прохождения товаров, и обмена информацией и так далее. Естественно, вместе с этим пойдут и персональные данные. Ну, на самом деле, да, это вот очень тоже больной вопрос. В каком плане, что Россия ратифицировала конвенцию, а страны, по-моему, не готовы, остальные наши участники Европейского экономического союза, да, поэтому здесь мы, участвуя в каких-то мероприятиях, обостряем этот вопрос, да, просим стран обратить внимание на эту ситуацию, но единой платформы приведения к законодательству, да, сейчас к единому у нас нет. Да, это вот именно та основа, которая и дает нам основание говорить. У нас просто сегодня в нашем виртуальном зале как раз присутствуют участники из стран участницы Евразийского экономического союза, поэтому здесь я призываю, может быть, и на академической платформе начать обсуждение этого вопроса. Это поможет нашим странам, нашим правительствам прийти к решению, возможно, для обсуждения и разработки законодательного регулирования, в том числе этой платформы. Не так сложно запустить ее, как я понимаю, с точки зрения технической. Очень важно, чтобы было обеспечено именно законодательное сопровождение. Ну, может быть, не полноценная, но технически уже единая среда доверия, да. Она уже существует на самом деле, и к ней, к ней присоединилось уже ряд стран, то есть мы ее осуществляем, по сути. Но вот гармонизация законодательства, угу. Да, она немножечко тормозит эту сферу. Ну, боюсь, что нам здесь сложно будет говорить о гармонизации, потому что гармонизация – это приведение к нечто общему, скорее, в части персональных данных, чтобы обеспечить действительно защиту наших персональных данных. Придется говорить об унификации, то есть принятии какого-то единого именно документа, который будет действовать во всех государствах, участников данного процесса. И еще один маленький вопрос, который здесь больше, может, размышления, связан с той проблематикой, когда работодатель, да, допустим, использует для доказательства того, что работник на рабочем месте использует компьютер и доступ к современным технологиям, не в личных целях, а не в рабочих целях. На самом деле в Европейском суде по правам человека несколько лет назад было такое дело Бурлеска против Румынии, когда работодатель полностью изучил переписку, которая велась в чате на платформе Yahoo, работникам, господин Бурлеска, и дабы доказать, что
течение рабочего дня, а очень часто мы в течение рабочего дня отвлекаемся на личную переписку, дабы изучить и доказать, что в течение рабочего дня очень большое время уделялось переписке, ну, в случае с господином Бурлеско, с братом и с невестой, да, что, безусловно, нельзя также не приветствовать, потому что речь шла все-таки о создании будущей семьи. Но перед судом встал очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, работодатель попросил господина Бурлеско создать этот чат для общения с покупателями. Господин Бурлеско сам выбрал платформу, и одновременно на этой платформе у него также была и частная переписка. И дальше работодатель фактически начал считывать всю переписку, которая была, и доказал, уведомив его, был соответствующий трудовой договор, были уведомления в его адрес, письма, где он расписывался, что в течение рабочего дня нельзя заниматься частной перепиской. Нельзя. И перед судом встал, кстати, очень сложный вопрос. Насколько защищены персональные данные? Потому что господин Бурлеско сказал, что работодатель вмешался в его личное пространство и считывал все личные сообщения. И нужно было сказать, вот эта переписка в чат-боте является ли корреспонденцией, которая подпадает под статью 8 конвенции, или нет? Является она личным делом или нет? И надо сказать, что позиция суда была очень такая аккуратная. И здесь Европейский суд встал как раз на защиту господина Бурлеско, определив, что даже вот эти в чат-ботах переписка является личными данными и корреспонденцией. То есть переписка именно в чате, несмотря на то, что она происходит в интернете и так далее, она подпадает под защиту статьи 8 конвенции. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас какая-то такая идея в Российской Федерации определить допустимость вмешательства? Ну, для нас, в принципе, это дело также будет важно, да, потому что по аналогии все дела будут рассматриваться не в пользу работодателя. С другой стороны, надо защитить и работодателя, когда его сотрудник сидит в частной переписке бесконечной. Ну, понятно, что да, очень такой вопрос, который нужно класть на весы и взвешивать интересы одной стороны, интересы другой стороны, да, однозначного ответа ни у кого не будет, потому что мы будем находиться либо на одной чаше весов, либо на другой. Посередине вот никто из нас не будет. Мы либо работодатель, либо работник. Посередине будет государство. Ну, посередине, да, понятно. Но вот в том-то и речь, что я имею в виду, если так вот смотреть просто обывательски, да, на это. То есть мы либо работодатель, либо работник. Мы либо здесь смотрим, либо здесь смотрим. И каждый прав по-своему, да, по сути. Вот. Но с другой стороны, в нашем законодательстве, да, есть согласие на обработку персональных данных для установленных целей. Если работодатель предусматривает такую возможность, да, если работник при поступлении на работу дает для этих целей свое согласие на обработку, то в принципе здесь ничего, ну, такого, наверное, не будет. Но с другой стороны, этическая сторона вопроса. Да? То есть получается, что работодатель таким образом может, как сказать, вмешаться излишнее требование, да, то есть оно не соответствует целям дачи согласия, по сути, вот эта вот часть будет. Обработка и персональных здесь данных, это не есть разрешение на вмешательство, конечно, в личную жизнь. Конечно, вот я говорю, что, но опять же, с точки зрения того, что если мы это делаем на машине там работодателя, да, используя его ресурсы, то есть вы добровольно с помощью его ресурсов свою личную жизнь-то и открываете. То есть, а согласие на обработку этих сообщений на этой машине вы уже дали. То есть, ну вот, ну это дискуссия очень большая. Да, мы большая. Не суд для того, чтобы это определить, естественно, но просто этот вопрос, он, естественно, он для всех очень такой тонкий и пограничный. Вот. И в этой связи сразу вопрос с социальным мониторингом, который был введен. У нас был социальный мониторинг, в других странах он по-другому назывался. Я могу сказать, что ни в одной стране довольных не было. С другой стороны, это объективная необходимость была на тот момент, и что лучше без него или с ним, и насколько вот эти пределы, я сразу оговорюсь, очень сложно определить, потому что надо было бороться, и все шли, боролись вот теми методами, которые могли. Но уверена, что по итогам того периода жесткой изоляции, когда уже вышли в нормальную рабочую атмосферу, этот вопрос также поднимался на всех площадках с учетом особенно недовольств, которые гуляют по всему интернету, и в том числе судебных решений и обращений в суд от граждан. Скажите, пожалуйста, насколько
Минцифра в этом участвовала, и насколько она на сегодняшний день участвует ли в процессе разрешения таких проблемных моментов, которые могут и складываются в связи с работой социального мониторинга. Потому что социальный мониторинг – это вмешательство в том числе в личную жизнь, когда ты полностью пишешь о своем передвижении. Другой разговор – как защищены эти данные, и защищены ли они, и кем они защищены. Ну, конечно, да, быстрое введение таких программ дало некий, да, нарыв, социальный взрыв, естественно, в том числе и открыли некоторые моменты с точки зрения безопасности и надежности таких систем. Сейчас в Минкомсвязи прорабатываются, на самом деле, активно вопросы из именно защиты государственных информационных систем. Как правило, эти приложения являются их частью, да, именно вот с новым вызовом, с учетом новых вызовов, да, обсуждаются, возможно, там модернизация каких-то требований, выработка новых подходов, именно вот с учетом таких вещей. Но вы Минцифра тоже вовлечена в этот процесс? Да, конечно. Что самое важное сегодня, чтобы наши структуры между собой шли единым полем? Это идет обсуждение на площадке Совета Безопасности Российской Федерации, да, то есть работает над этим вопросом. Хорошо, спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Если вопросов нет, то я хотела поблагодарить Дмитрия Владимировича за то, что он сегодня был с нами, и поблагодарить за то, что так стойко отвечал на вопросы, которые, я понимаю, это как для государственного служащего, это всегда очень сложно, представляя свое министерство, но, тем не менее, является самым важным это услышать чаяния от народа, и всегда это важно делать на площадке академической, где любые баталии разрешены, потому что они приводят к наилучшему поиску и нахождению решений. Жизнь такова, что мы не знаем, где правда, где неправда, где хорошо, где плохо, когда нужно принимать срочные решения. Но самое главное – делать выводы и улучшать нашу систему, чтобы наши граждане были защищены, и их данные тоже были защищены от возможных мошеннических использований. Спасибо большое, коллеги. На сегодня наш с вами рабочий день, учебный день завершился, и завтра мы также начинаем в 10 утра. У нас завтра практически парламентский час с участием парламентариев в том числе. И будут представители, будет глава российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы и также глава финской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, два вице-главы парламентской ассамблеи Совета Европы и другие спикеры. Спасибо, хорошего дня, берегите себя.